Ахи! Эй, всем привет, друзья, с вами Александр, это канал Alex86 Play. Продолжаем прохождение Uncharted 4 часть, Путь Вора на ПК. Вроде мы остановились на дамбе, собственно, я загрузил игру, мы тут же и стоим, прямо в том же положении, я бы даже сказал, наверное. Но вопрос, как нам проехать? Я как бы могу с машины прыгнуть и добраться, а возможно не могу. Здесь какая-то дверь. Так, прихватька. Так, а как он прыгал-то, бляха? А погоди, или ты по дамбе можешь прыгать? Ну, в смысле, по этому, ну-ка. Я сомневаюсь. Да куда ты залезь? Бляха, просто прыгни, пожалуйста. Ты смотри, что делает. Я не виноват. Ладно. Так и... О, там есть за что зацепить веревку. Где? Чего? Какую веревку? Во-первых, это не веревка, а трос. В смысле, за что зацепить? Ты о чем, мать? Какую веревку-то нельзя зацепить, она не горит. Блях, короче, прикинь, как приехали-то. Начали запись и это. И все. Окей, тут какие-то цветочки, какадушки, мадушки. А-а-а. А, так мою веревку, что ли? Недолет. Раскачка. Перекачка. Прыжок. Красавчик. Ну так бы сразу сказал, что в смысле моя веревка-то. Я думал, машинный трос, а это, оказывается, не машинный. А, прикольно. Ну, поехали. Поехали. В какую? Давай, наверное, на себя. Нет? Ты чё? Ну давай туда. А он не крутит. А чё надо... Почему так боком-то? Е надо сжать. Иногда, короче, туда крутить. Иногда Ф, иногда Е. Чё за прикол? Постоянно менять. Не выйдет, завалено. Ясно, попробую другой. Чё у тебя там завалено? Ой. В смы... А, то есть сейчас ты, смотри, сможешь забраться, да? Вы что, издеваетесь? Вот серьезно? Стоило ожидать. Да, а вот по... Бляха. А вот по этим штукам ты, конечно, не смог залезть. Ну, я иногда, конечно, понимаю косяки игры, но что-то прям перебор какой-то. А за второй дверью? Чё ему мешало реально залезть просто вот по этим штукам? Он же прыгает, он же обезьяна, лазит повсюду, понимаете? Везде лазит. Ну, я, конечно, разочарован. То есть, я думал, что вообще можно везде лазить, ездить, то есть, принцип-то сделан такой, но оказывается нет. То есть, видно абсолютно текстурки. Вот, ты взял, запрыгнул, вот сюда запрыгнул, shift нажал, вот сюда не прыгай. Почему? Что не так с тобой? Натанчик. Натанчик, что порядок? С тобой не так? Передок, да. Все, погнали. И то, что машина по городу ездит хуже, чем вот в джунглях, тоже какой-то бред. Там что-то есть, нет? Ну, типа уступ есть, давай глянем, ладно. Хотя для чего, я не понимаю. Окей, для чего это, серьезно? Я залез. И чё? Дверь давно заросла. А здесь ты не лазишь. Не знаю, ладно. А... Нифига ты, как это так? Я просто хотел спрыгнуть, а он... А он, бляха, взял и... Так, а мы куда вообще едем-то? Я что-то забыл с прошлого раза. В прошлый раз мы ехали и до... И как нам перебраться? В смысле, куда? Смотря куда нам надо.
Я ж не знаю, я просто заехал посмотреть. Джип прям вообще по водичке. Но здесь какие-то следы идут. В чем дело? Мы тут увязли. Надо объехать. Окей, давай сейчас объедем. Так я не понимаю, нам вроде туда надо. Бляха, прикинь, это все. Может, они вон там можно проехать? Построили, точняк. Да? Точняк, здесь кирпичи. Здесь кирпичи, да, точнее камни. Здесь мы проедем по-любому. Так вопрос, зачем? И чё? А, это типа сейчас для разгона и херачим, да? Ну да, попробуем, ладно. Чё, готово? Готово к приключениям с мужем. Ну что? Держись! Отлично. Да ладно! Получилось! Да. Ты будто удивлена. Ну, не говори, ты чё? Да ну ты брось, ты чё? Я ж профессионал в этом деле. Давай, 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 давай. Так, а зачем мы сюда вообще заехали-то, спрашивается? Так. Чего? Мы сюда заехали, но врезались. Какой-то камень. Серьезно? Ну куда вообще едем-то, ёб твою мать? Так, здесь опять будем сейчас шифтовать, дрифтовать. Мы наверху. А для чего? Так, ну вот здесь, судя по всему, заедем сейчас. А здесь есть центр у машины? А, вот так, да? Что-то как будто неудобно. О, лесенку вижу. Ну, джунгли тоже, в принципе, по графике, конечно, здесь, да, просто шикарно. Так, а нам сюда-то надо? Есть шанс, что лифт работает. А, точно, к лифту ехали. Значит, удача скоро от нас отвернется. Так, погоди, вот здесь. Водяное колесо исправно, неплохо. Какое водяное колесо? Тут наверняка что-то есть. Смотри-ка, опа. Интересно, кто тут жил? Ну, наверное, какой-нибудь хранитель лифта. Что? Хранитель лифта? Хранитель лифта? Да, серьезно? А то вдруг нагрянут какие-нибудь пираты с инспекцией. Да. Они знали, что надвигается беда. Все серьезно? Так, 5 июня 1718 года. Сегодня по реке пришла еще партия ящиков без какой-либо маркировки. Зато сопровождение отряда вооруженных солдат. Хоть мне и было страшно, но я приступил к проверке ящиков. Когда мне довольно грубо приказали остановиться, я хотел было возмутиться. Что мне приказывают? Будто рабу. Но, повернувшись, я наткнулся на взгляд отца-основателя Тью. Это был первый раз, когда я вот так столкнулся с одним из отцов-основателей. В горле у меня пересохло. Я понял, что боюсь открыть рот, ведь слово мне нужно было подбирать очень осторожно. Я сказал ему, что всего лишь хотел проверить вес груза, на что он жестко ответил, что в этом нет никакой необходимости. Я вздохнул с облегчением, едва только его внимание привлекло что-то другое. По правде говоря, я успел заглянуть в ящик еще до того, как отец-основатель Тью остановил меня. Сабли, пистолеты, порох. Судя по количеству ящиков, это было достаточно, чтобы вооружить целую армию. Так, я не сказал об этом Элеонор. Ей и так хватает беспокойства из-за исчезновения ее брата Джека. Но я должен сообщить об этом своим друзьям. Идеалы, которые дали начало либертарии, стоит защищать. Пусть даже от самих ее основателей. Как только я смогу быть уверен, что Элеонор и маленькая Эбигейл в безопасности, я отправлюсь в город и расскажу все остальным. До тех пор мне лучше не высовываться и просто наблюдать. Все ясно, кто начал войну-то. То есть, короче, им что-то не понравилось, да? А вот так могу сделать, и вот так могу сделать. Нет, не могу. Ладно, нет никакого смысла. То есть, короче, они привезли сюда оружие, пушки. Но вопрос, для чего?
Опа, я так и знал. Смотри, что-то нашел. Что это? Так, оловянная курильница. Курильница оловянная. Серьезно? А как с ней курить с оловянной? А, типа вот здесь поджигаешь. Хотя здесь отверстия нет, поджигаешь, типа. Хотя, ладно, не знаю. Ну, купля, хрен знает. Блин, мы серьезно, мы столько сокровищ нашли, что ж, можно уже было и не искать сокровища Эверита. Так, а тут что? По идее, ну реально, если так подумать. Мать, ты что там шумишь? Это ж реально стоит кучу денег. Даже сдай в музей, музей тебе заплатит. Но если музей не заплатит, не сдавай, в другой сдай. Так, ладно, мать, поехали. Лифт ждет. Ты раньше времени не выскочил. Ты откуда здесь взялась? Так нечестно. Ты где-то потерялась там. Я без тебя уехал. Там-дам-дам-дам-дам. Так, здесь что-нибудь есть? Мигает, 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 нет. Мне какой-то это, знаешь, уже мне что-то хочется найти. Ну хотя потому, что мы этот клад ищем и не находим, видимо. Из-за этого все у меня и разыгралось. Так, погоди, колесо крутится. И чё? Чё это нам должно дать? Хоп. А почему на не выйти-то просто так вот, как она, ну? Чё сейчас горело? Так, лифт работает. Эй, не поможешь мне? Да? А вы такие тоже... Ты тоже сильные, да? Какие, блядь, все сильные-то, смотри. Это не то, что мы. Ага. Я держу. Гони машину. Да ладно, в смысле гони машину? Куда гнать? Спокойно. Да давай, поднимай, чё ты... вот так, что ли, всё просто? Блин, ну я туда не залез. Опять. Тяжёлая. А можно... Вон там, смотри, вон там домик. Ну, бляха, ну вот... Ну а что я поделаю-то? Я же не специально. Я думал, она не сработает в очередной раз. Мне нужно будет пойти туда, что-то там найти. Там наверняка можно было забраться, вот по-любому. Эх, да уже вторая печалька. Второй печальный момент, когда я что-то пропускаю. Попробуй. Хотя нет, три. Третий. Первый был, когда мы в замке, я не полез наверх. Да, я же говорю, три. Инженеры у пиратов. Три, да, все правильно. Подтвердила, смотри-ка. Какая она догадливая. Ты слушай, а как догадалась-то? Короче, он за счет воды поднимается, прикинь. Это обычная мельница, но она натянутые тросы. Ой, прямо ну да, открытка. Красота. Да, согласен. Либерталия. Прекрасные виды и головокружительные перестрелки. Раз, раз. Да ёлки-палки, дай попить. Так почему ты передумала? Ты сказала, что могла не вернуться. Так потому что тебя балбес спасать надо. Ты уши увяз, не могла же я тебя бросить. Я же все-таки... Жена. Клятву тебе давала. Да, клятву давала. Говори в радости. Да, да. Да. Мне вот тоже кто-то давал в горе клятву. В горе и в радости. В горе и в радости. Че ты, уходи. Че там за звуки? Ну-ка, помоги мне. Че за свистуны? Так, мать, давай, меня там отвлекают. Я сейчас полюбуюсь, погоди пока. Ух, красота. Так, ну-ка, ну давай, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Давай. Так. Даже даем. Если ты хочешь защитить меня, ага. У тебя... Нет, правда, не брать. Согласен. Что бы там ни было, надо честно все обсуждать. Ну хотя, если... Вместе. Команда. Я понимаю. Ну, правда, просто... Я... Знаешь, давай лучше потом. Не будем отвлекаться. Выдохну. Да блин, вы нормально-то можете садиться курс в машину? На новый Девон. Машину не слышно, музяка пошла. Ты уж красота какая, смотри. Бля, ну игра, конечно, красиво выглядит, шикарно, я не знаю, как на PS4, есть ли ремейк на PS5,
Блях, туда можно было съехать. Ну, красиво, да. Короче, ладно, не буду, буду ехать. И все, раз музыка играет, значит, тут ничего мы не найдем. Потому что даже машины звука не слышно. Смотри-ка, едем таки, катим потихонечку по тропиночке. Шикарные виды, конечно, мне вообще прям реально нравится. Это очень шикарно сделано, такое ощущение, как будто ты сам здесь находишься, как будто это все настоящее, реальное. И смотри, какая красота. А вопрос, куда мы едем? Нет, я знаю, что он сказал, но... Все, музыка закончилась. Ну так неинтересно. Прям такой эпичный момент был. Эй, Елена! Что такое? Мы здесь, Али. А ты где? Все еще лечу. Видел колонну машин наемников. Едут на север. Да, блядь, да? Скоро и мы их увидим. Вон они там все будут. В порядке? Набили пару шишек, но... Пока целы. Вот и хорошо. Держите связь. Предпочитаю быть в курсе последних событий. Сали, не волнуйся, они все равно зассали. Как тебе рифма такая? Сали, они зассали. И, по-моему, все это логично, идеально. Идеально, понимаешь, пока скороговорка. Там на другую сторону. Поговорка. Держись. Сейчас будет обрушиваться. Та-та-та-та-та-та-та-та. Машина не едет, я гоню. Не могу. Куда, блядь, сворачивай? Готов. Нейт? Держись. Чего надо сделать-то? Нейт, вон там. По тем скалам можно подняться. Понял. Вперед. Это не приходило в мои планы, не входило. Да, блядь, ну ты серьезно? Ну я твою мать, что ж такой неуклюжий? Ну, конечно, смотри, эпичный момент будет. Водопад, да. Я жив! Красиво, да? Блядь, дерево! Да, бля, погоди, я не... Я это не входило в мои планы. Сюда, быстро! Да я не могу раскачаться-то. Держи меня, соломинка! Ой, эти, знаешь, такие моменты прям вообще... Классно. Вообще прям классно. Ну, прощай, машина. Да ладно, новую возьмем. Ой, это прям вообще. Я не защитить тебя пытался. А уберечь? Ну, просто я же обещал больше в такое не ввязываться. Мы обещали. Но я все же полез. Я скрыл это, потому что я боялся. Да? Чего? Тебя потерять, что? Тебя потерять. Так что я скорее защищал себя. Понимаешь? Нам еще далеко идти. Не понимаю, как ты себя защищал, спасая ее. Давай пойдем. Ага. Чё-то, по-моему, ты сам себе сейчас только что это. Сюда. Как-то, блядь, все так, знаешь, красиво, зелень, как будто это не натурально все. Очень прям так это. Чё это? Молодец. Ну смотри, есть здесь заход, есть здесь заход. Тут какая разница, в принципе. А ты как залезешь? У тебя есть нож? Ты куда, мать? Можно было так сделать, что ли? Ну ладно. Вот через реку перебрались. Да. Так. Могло быть и хуже. Так, в смысле? Вот же река. Так, а мы вообще куда шли-то с тобой? О! Точняк. И как бы нам наверх забраться? Да я тебя не слышу, ты где? Бля, какая ты умная это. Ты посмотри. Остров Эвери выбрал. Может, потом проведем здесь отпуск, да? Ага, может быть.
Ты идешь, мать? И чё дальше? А ты как? Ясно, я туда, а ты туда. Ну, что там? Чё не... А зачем ты сюда залезла? Так в смысле, я там был? Нам, по идее-то, вон туда как-то надо перепрыгнуть. Короче, смотри, попытка. Да ладно, почему ты не долетаешь куда надо? Или это, блин, реально нереально? Да в смысле, я там был, мать, ты чё? Там же нет прохода. И чё? А, соскользите туда. Окей, давай. Тут скользко. А тут нет. Всё ясно. Ну, блин, можно было вот здесь перепрыгнуть. Смотри, вот отсюда вот до сюда. Почему бы и нет? Такой. Можно проползти, а можно пройти. Прикольно. А можно было по скале. А я взял просто и обошел. Спокойно. Что? А это здесь. Ты тут один? Ну, логично, с кем еще-то. Блин, 300 лет, серьезно, одежка сохранилась. Так, ладно. 1 апреля 1718-го. Сегодня в полночь я попрощался с Элеонорой и маленькой Эбигейл. Они с другими беженцами отправились в путь. К мирным берегам на борту быстроходного... Быстроходного. Надеюсь, что вскоре я смогу воссоединиться с ними. Так. Блях, как много. Отцы-основатели отняли у меня все. Отняли все у каждого из нас. То немногое, что я пожертвовал когда-то золотом, потрачено или хранится за высокими стенами Нью-Девона. А скоро узнаем. На рассвете мы выступаем, чтобы вернуть себе то, что наше по праву. Они не смогли противостоять нам у сокровищницы и не смогут остановить нас и теперь. Вот кто напал. Дорогая моя Элеонор, милая моя Эбигейл, если суждено мне погибнуть или суждено подвести вас, знайте, все, что я когда-либо хотел, это счастье и достатка для вас. Возможно, хотя бы у вас будет шанс на хорошую жизнь. Ну, не знаю. Наверное, все-таки надо было с ними поехать. Воевать-то смысла нет. В итоге ты лежишь тут теперь один такой. И вот, здрасте. Покойся с миром, пират. Да, покойся с миром. Ну, как я не знаю, блин, я же говорю, как могут пираты какие-то законы сделать? Они же все равно не смогут по этим законам жить. Рано или поздно. Вот рано или поздно это невозможно. Так, а чем мы сюда пришли-то? У меня вопрос. Нам-то как-то туда надо пробраться. Это чисто секретка была, да? Ну ладно. Окей. А, так типа вот как. Водопад. На-на-на-на-на. Ну, в итоге что-то все разбомбили, там, разэтывали. А золото-то они все равно увезли. Они ж не глупые. То есть они вначале все это создали. Потом вот это семейство все построили. И опять началась какая-то дележка, да? А что за дележка-то началась? Вот что мне интересно. То есть бочка взбунтовалась все-таки. Мирные начали, о, да? Ой. Ой, еще судя один. Судя по одежде, а нет. Это колонисты. Тут была битва? Нет, не похоже. Смотри, как они лежат. Да, ты права. Они аккуратно сложены или брошены у стен. Их принесли сюда уже мертвыми. Это братская могила. Mm-hmm. Это он их сюда один, что ли, принес? Бляха. Чё за звуки-то хорош? Привет. Кто привет? А это кто? Смотри, знак. Предатель. Повстанец. Незавидная участь.
Да, еще главное, кто его туда. Вот еще один. А зачем мы сюда пришли? На него поглядеть? Так, ага. Здесь есть тропинка вот сюда. Мы идем, 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 идем. А, ну все точно, чё вы? Прости, друг. Да, ничего прости, личного. Друг. Согласен. Ничего личного. В смысле ты на нее не залезть, а залезть ты что? Так, сейчас смотри, эти будут. Наемники. Еще клетки. Так тут полно клеток. Судя по всему, их нашли и наказали. Жестоко наказали. То есть, прикинь, их оставили, они здесь умирали от голода, без воды. Ну ладно, голод, там без воды же находиться там два дня, по-моему, там все пипец. И плюс потом кто-то прилетал, там эти коршуны, птицы, и клевали их, клевали, понимаешь? А ты сделать ничего не мог. Вот это жесткач все-таки был, да? Это жесткая смерть, на самом деле-то. Помирать медленно в клетке. О, здорово, опять тут. Ничего себе. Новый Девон. Эффективный способ подавить бунт. А они это с самого начала задумали? Ну это как бы еще и устрашало. Перебить всех колонистов? Нет. Что ты делаешь-то, мать? Заманить их сюда, мечтой об утопии. Для того, чтобы обобрать до нитки. Ну, мы имеем дело с шайкой пиратов. Ну, это слишком. Вот я про это и говорил. Да. Даже для пиратов. Ну, я бы не сказал, что для них жесток. Это ж пираты. Повешали всех, и все, золото забрали. Мало того, что свое, еще их не прибрали. И, то есть, ну это нормально, а что нет? Что написано? Что-то Диминатис Касеримма. Ну, почти. Воздастся каждому по делам его. Ага. Если разозлишь Эвери. Это да? Из Библии. Благоразумный разбойник Дисмос. Эвери был им немного одержим. Эвери благоразумным не назовешь. Но он бы с тобой не согласился. Чё-то мигает, смотри. Чё это? Прямо сдалека. Фига себе. Нифига себе, как я увидел. Так, могольская прочная ваза. Могольская. Чё такая за ваза-то? А, ну прикольно, смотри, сюда налил. А суротика выливается. Как в смысле, какая-то ваза-то? А, или туда цветок ставить? Это ж как это, графин какой-то, нет? Бля, вазу нашли, смотри. Так, ладно, пошли, мы ж сюда, блин, проще-то доехать было. Ну, сидит, смотри. Не, вот это хотел, вот здесь посмотреть, что здесь. Есть там что-нибудь? Судя по всему, сюда можно забраться. Ну, вот я про ворон говорил, да, ворон-то тоже плотоядные. Ну типа чё? Там все равно ничего не видать. А, прям вообще. А как? А куда? Скрипят. Так, а как не понял? Чё, куда, зачем, почему? Как на ворота-то эти обойти? По этим штукам прыгать? Не, мать, это я понял. А-а-а, да ладно. Нужно немного помочь. Это жестко. Выглядит ненадежно. Так и есть. Аккуратней. Прости за беспокойство. Да, согласен. Ой, блядь. Пардон? Сорян. Сорянчик, братанчик. Ты куда ты полетел-то? Так, ну... А, это... Я... Можно мне камеру вернуть? Все, я забрался. Давай. Ну ничего, все, жена давай. У него тоже акробатка. Да. Ух ты. Вотчина пирата, Эвери. Неплохой райончик. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы.
Но косметический ремонт может спасти. Такая улыбается. Посмотрим. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл, что ты у меня крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что в этом. И он еще целый. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Черт! Что? Что там? А, дверь. Сэм? Как они-то туда попадают вечно? Хера там топает. Пошли. Мне всегда было интересно, как они нас находили, но потом я понял, что, возможно, он-то нас задавал. Смотри, как бы люди на день не появились. Ага. Да еще люди этой блюдины. О, ну это вообще, конечно. А почему всегда плохие, бляха это? Была не была. Да не, не стоит. По-любому обрушится. Давай вот посюда. Ну ладно. Нормально. Че такой звук был? Живая мать. Ты цела? Это болото. А ты где? Ты где? Ну че, я не знаю, куда ты девалась. Возможно. А, ты, бля, серьезно? Зачем ты сюда? Ты там нифига проплыл-то. Да куда ты пошли? Вот же здесь. Да ну иди, пожалуйста. На танчик. На танчик. Да куда? О, так можно было, да? Я ничего не нажимал. Что там такое у тебя? Ну смотри, он реально сам всегда нагибался, я поэтому и не знал, что надо Ctrl нажимать, или что я там тогда нажимал-то. И было ведь обидно, я думал, что нельзя вернуться туда, а оказывается можно было. Кто-то застал парня врасплох. Это был второй момент. Ну да. Они все-таки добили их, да? Еще одна записка. Да, сколько ж тут записок там? 6 сентября 1718 года. Отец-основатель Кандент. Я знаю, что это по вашему приказу был разграблен и сжжен мой дом. Ваш брат отрицал ваше участие в этом деле, но я же знаю, когда мне лгут. Теперь мне нужен новый меч, поскольку мой накрепко застрял в его кишках. Даю вам время до заката, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву. Отец-основатель Ингленд. Так они друг друга начали перебивать все-таки, да? Отец-основатель Кандент и, собственно, вот этот вот. А че вы-то не поделили? Ну, короче, у них вот эта жадность, видимо, началась. Все, это мои деньги, там, твои деньги. То есть мне больше хочется, у тебя меньше. Короче, друг друга начали резать. Ох уж эти пираты. А ты можешь вот здесь залезти? Вот как всегда. Че это? Блять, я думал, кто-то играет на... На чем играет? На чем ты играешь? Да, блядь, ты аккуратно, так можно же грудак себе отбить. Чё это? Дракон. Здесь жил Кристофер Кондент. Ну, логично, что только что прочитали. Ты чё? Там еще девушка средних была. Вот про нее что-то кто-то мне писал. Что Черт, там почитать наемники. Стоит. Еле но, блядь. Да ну, бля, в жопу их. Ты наемников не хватает. Они, не знаю, они какие-то здесь, блин, тупо для... Как там их отмечать-то можно было? Слушай, забыл. Типа раз и... И ладно, не знаю. На свободе. Нужно занять оборону. Мы должны быть готовы к их появлению.
никак не болваны из патруля у реки. Чего? Да ничего. Вот и молчи. Опа! Дружище. Отдохни немножко. Ну их тут, короче, по-любому дохерища, да? И они меня сейчас по-любому засветят, потому что... Ну, бля, ну, не знаю насчет стелса. Он там ходит. Да залезь, что ты не можешь залезть-то? А в смысле? А где чувак? Погоди, его показали у того дома. А где чувак-то? Бля, он там еще чувак. Да, блять, патрон закончили вовремя. Все будет быстро! Ты чё, охренела? Блять, чуть не завалили. Что, в смысле? В смысле? Какого? Бля, как же это нелепо-то, а? Кто меня сзади подорвал? Это кобздец какой-то? Да что нет, когда невозможно! Близко. Да прилегнись ты! Бля, он почему-то это...
пиздец. Нет! Нет! Эти бронированные, конечно, почему их нельзя ударять? Прикинь, уже третий раз завалили. Такой себе, конечно. Просто огромная. Не знаю, мне как не понравилось с самого начала перестрелка в этой игре. Блять, со всех сторон шмаляет. Давить нахуй. Я сейчас по-другому зайду и все. Спасибо. Куда смотреть-то? Они удрали! Рассредоточиться! Буду вас по одному убирать. Блять, дурачок, ты где? Все ищем. Вот ты где. Да, блять, не бегай ты! Патроны просто к щам заканчиваются. А чё у вас-то здесь было? Это мой. Бля, гранатомет, серьезно? Не, не хочу. Да ёб твою мать, снайпер херов. Да, поищите, вас так легче убивать. А где подружайка-то моя? Блядь, а как вам попасть-то?
Ой-ой. Вроде все. Да, не говори. А ты... ты где? Мать, ты где была-то? Ты почему не помогал-то? Ну мне хотя бы какую-то оружку сейчас взять. Их здесь очень много, оказывается. Они все с гранатами. Чё где горел-то? Ну, дробовик, он как-то, по сути, мало снарядов. Он мощный в упор, но в упор, как правило, ты не доходишь. Куча входов, куда можно забраться. Бочки, ну, тоже так себе. Ладно, как было, так было, чё нет-то. Ну, не знаю, у меня вот они серьезные эти перестрелки. Хрен его знает. Ничего не могу сказать. Нелепые они все равно. Они недоделаны, по крайней мере, не знаю, для ПК, возможно. То есть ему в голову стреляешь, он побегал, побегал и дальше побежал. Куда нам идти-то дальше, подружайка? На камни, главное, не лезет. Тут встал. Так, мы пришли от ту дого. Зачем? И почему ты сама сюда не пришла? Нам не сюда? Нам плыть посюда? Интересно. Плохо, что карты нет. Не, серьезно, а куда ну? Главное, забор-то невысокий. А, он с этой фигней, да? Ё-ё-ё-ё, спокойно. Так, а куда? Вот в эту пещеру, что ли? Бля, смотри-ка, что нашел. А кто ж подумал-то, я даже не думал, я думал, нам все в ту сторону. Так, а там по низу можно пройти. То есть получается по верху и по низу. А, по верху тупик, да? Да, здесь водичка. Немного ударишься, да и ладно. Или здесь тупик сидит. Чё, серьезно? Зачем здесь тогда такой проход? Ага, вижу. Нет, не вижу. Вот здесь маленькая дырочка, пролезешь. Бля, я не понял, а чё прикол-то? Под водой? О, по щипке. Точнее, конечно, забыл совсем про воду. И чё это нам дало? Ой. Но здесь зацепиться не за что. Есть какая-то штукенция, но... Хотя есть какая-нибудь? Да? Вот оно как устроено в пещерах. Короче, она зажевалась, я не знаю. Она где-то что-то говорит, я слышу там. Но я ее не вижу. А это уже так быстро? Черт. Надин притащила сюда целую армию. Ха-ха, бежит. Да, он там что-то сверкает. Надеюсь, нет. А то Сэм пропал. Да, конечно, пройти прям тут нельзя. Здравствуйте. Ну это уже да, еще тут руки связали. Есть. Записка. Адресована Ричарду Уонт. Так, отец-основатель Уонт. Адам Болдридж. Я обещал вам скорую месть.
что вы забрали у меня, я заберу у вас. Отец-основатель Болдрич. Че, он его жену повесил? Жестко. Так, что время-то у нас? Еще 5 минуточек есть. Оба основателя? Да. Да, похоже, они стали врагами. Но почему? Жадность. Паранойя. Деньги. Ну да. Висит. Больше денег, больше проблем. Там можно вон сбоку было пройти. Так, сейчас не понял. Смотри, тут можно забрать. Где? Слишком высоко. Даже не подсадить. Давай осмотримся. Ну как вариант под водой? Нет? Освежает. Так, ну проход только там. Ты где? Я не знаю, серьезно. Круто, я сброшу сюда один. Ящики с припасами. Как ты сбросишь? Что ты? А ну как? Да бляха, что не так-то? А, погоди. Отцепись. Да, блин, залезь, что с тобой не так-то порой? А как туда забраться-то? Ну, меня типа не дает. А я все сюда не залезу. Порой я не понимаю механику этой игры. Вот сейчас вылез. Да тогда не хотел. А что я сделаю? Я жал, он, блин, просто нет, говорит, и все. Пускай. Поберегись! Че, ловишь там? Вот. Не ругайся. Давай сюда. Да, иди сюда. Какой сильный. Это когда лень тебе. Это когда лень тебе. Двигать самому ящик. Да, мы вперед. Ну да, логично. Хочешь сделать меня приманкой? Не. Да не, об этом не думал даже. Да. Да, уже всего исколол. Да куда ты? Искупаться еще захотел, что ли? Всего исколол, это точно. Бля, ну смотри, у них все дома были обделаны зо... Не понял, ты где? А, латам. Где-то что-то мигало, вот там, на той крыше мигало. Что там тебе глаз? Что-то под поляха. Да елки-матрелки, стена! Что это сейчас будет? Ну, неплохо. Ты как? Я нормально. А что ты не плывешь? А ты? Вымок до нитки. Устал, побит. И есть хочется, честно говоря. В остальном все тип-топ. Да. Да бляха, что ты не плывешь-то? Пора идти.
Куда? Во, поплыл. Чё так? Так чё в смысле? Там чё мешает-то? А куда идти-то? Он реально, он то не плывет, то плывет. Нам нужно что-то зацепиться. А, все вижу. Попробуем пробраться через этот дом. Ага. Я иду за тобой. Давай. Мы, короче, в какой-то такой жопе не побывали. Мы в такой же жопе еще не были. Ты как там? Тебе помочь? А потоп устроили поселенцы? У них, конечно, были на то мотивы. Нет, не они. Но ты не уверен. Как-то это странно. Затоплены все дома, кроме одного. Да-да-да. Эвери. Точку. Он тупо взял, всех перебил, убил, зарезал, застрелил. И в конце все сжег. Ой, в смысле, затопил. Ты погляди. Че это? Татунятка, ну. Ну нихера у них прям хоромища такие, знаешь. Шикарно жили. Черти. Я бы сказал, даже прям очень шикарно. Какой там год. Блять, показалось, светится, солнце падало, я думал, там что-то мигает. Ты погляди. Главное, занавески, шторы, да, все осталось. Чё это? Красиво. Ну да, еще цапля. Ну тоже к сокровищу, в принципе-то. Да хватит, что там происходит. Через камин. Так, нам сюда? Надеюсь. Блях, ну... Чё, давай залп дадим. Эй, посмотри, эти пушки сюда откуда-то перетащили. Импровизированные укрепления. Они не ожидали вражды между собой. Ну да. Ты где говоришь-то, мать вечно? Ха, ну ты нифига, ты тут как... Короче, они все против друг друга, да, собрались. Тот там жил, этот здесь жил, пушки выкатили. Если ты, типа, первый сейчас начнешь меня и мою сторону покосишься, я открою огонь. И, короче, всех перебили. Ладненько. Нам пора заканчивать, уже время подошло, потому что уже 58 минут прошло. Не дошли пока, но вот как бы вот он уже собор. Возможно, там начнется сюжеточка, но как бы уже в следующей серии мы с вами и продолжим. А пока вот так вот на солнышко, на горы поставлю Нейтанчика. На Танчика, точнее, и... Собственно, на этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал, на паблик, инстаграм, телеграм. Всем пока. Пока.